Кстати, Кубань та самая также готовится к своему раунду плей-офф, к плей-офф финала российской суперлиги. Четвертьфинальная серия против Астраханочки начинается у нас в пятницу. Фавориты-гости в двух матчах регулярки краснодарские гандболистки соперницам уступили, однако перед отчетной, более статусной игрой оптимизма хозяйки не теряют и обещают навязать оппоненткам серьезную борьбу. Настраиваемся, готовимся, просмотры, разбираем соперников, чтобы не получилось так, как в игре регулярного чемпионата. Тренируемся как-то больше, может быть, не физически, а морально готовимся, потому что физически как бы уже конец сезона, уже подсели немножко все. Поэтому нужно собираться морально и последними силами играть. По регламенту турнира серия будет проводиться до двух побед. Первый матч пройдет, как я уже сказал, в эту пятницу во дворце спорта «Олимп». Начнется матч в 17:00. Вторая, если потребуется третья встреча, состоится в Астрахани 19 и 20 числа.